Я слышал, вас можно поздравить или еще нет? Вы же знаете, я был извещен. Да, я знаю. С чем поздравить? Ба! Да не с тем ли самым? А помните, в Швейцарии уверяли, что никогда не выйдете замуж? Ах да, по поводу Швейцарии. Чуть не забыл. Ты-то когда в Швейцарию? Я в Швейцарию? Как? Разве не едешь? Ты ведь тоже женишься, ты писал. Пьер! Да что, Пьер, ты пишешь в письме, что тебя надо спасать. О каких-то там грехах в Швейцарии, женюсь, дескать, по грехам или из-за чужих грехов, а потому бросай все и лети спасать. Степан Трофимович так и написала вам, что женится на чужих грехах, чтобы вы летели спасать его? Так и писал. Если, конечно, я чего-то тут не понял. Николай Всеволодович, вы тоже были извещены? Да, я получил от него самое невиннейшее и благородное письмо. Довольно. Степан Трофимович, сделайте милость. Оставьте нас. И впредь не переступайте порога моего дома! Пожалуйста. Дарья Павловна, я в известном смысле... Будьте уверены, что я вас все так же уважаю, так же ценю и думайте обо мне тоже хорошо. Лиза, воды скорее! Лиза! Все-таки ваш сын не вызвал на дуэль Шатова. Я не знаю. Знаю одно, что он не мог убить его. Не мог. Вашу точку зрения я уже усвоил. Скажите, а где теперь ваш сын? Нам было бы очень кстати поговорить лично с ним. Я не знаю, где он. Все эти события так на него подействовали. А меня, увы, не было рядом. Мы с Дашей были... в отъезде, когда все это так обернулось. Я не могу себе простить. Да, у меня тут донесение. Связывают смерть этих Лебяткиных с его участием. Вам-то зачем повторять эти мерзкие слухи? Их убил этот каторжник? Это же всем ясно. Пока следствие не закончено, ничего ясно быть не может. Но он не виноват. Он не мог убить. Не мог, если бы вы знали, какое это сердце. И поверьте, мой сын был сам не свой после того рокового воскресенья. Он неделю не выходил.